Веселая музыка, танцы и новогоднее настроение. Праздничное оформление своего дома культуры. Дети превратили в своеобразный утренник. Окна украсили снежинками, дождиками и шарами. Осталось нарядить зеленую красавицу. Фотографию преображенной аудитории выставят в соцсети, где запущен онлайн-флешмоб. Ребята также принимают участие в еще одном онлайн-мероприятии – конкурсе новогодних стихов. С Новым годом, с новым счастьем, смеха, радости, добра! Ожидает нас сегодня много-много волшебства. Дедушка Мороз на санках к нам примчится в Новый год. Мама елку нарядила, Дед Мороза покрасила. Да, что Дедушка Мороз, у тебя красивый нос. Современный Дед Мороз, он подарки нам принес. Ни конфеты, ни игрушки, ни плюшевые зверюшки. Он принес нам телефоны. Принять участие в различных онлайн-акциях, приуроченных к Новому году, детям предложили наставники. Ведь этот праздник, уверена Петимат Аушева, должен дарить каждому ребенку теплые и веселые воспоминания. Учитывая, что эпидобстановка не располагает к проведению массовых мероприятий, дети рады участвовать в таких онлайн-акциях. В 2021-м Петимат желает, чтобы наступающий год принес с собой главный подарок – лекарство от ковида. Вот это, эпидемия вирусов, чтобы все это прошло как в тумане, чтобы все это забылось, люди выздоровели от всего этого. Желаю всем здоровья, счастья, спокойствия, самое главное. Несмотря на то, что Дедушка Мороз в этом году вряд ли приедет поздравить детей лично, так как в зоне риска, писем с желаниями ничуть не меньше. Я хочу себе телефон, компьютер, планшет, огромнейший телевизор, огромный дом, игрушки. Я хочу, чтобы моя мама выздоровела, чтобы она была всегда молодая, красивая. И вообще хочу, чтобы все были счастливы. Ну, я хотела бы маме пожелать здоровья и всем остальным тоже. Веру в новогоднее чудо в этот непростой период детям дарит и в других домах культуры региона. В рамках еще одной онлайн-акции «Окна Нового года» поучаствовать в ней может любой желающий. Украсить окна своих домов, квартир или различных учреждений можно картинками, фотографиями, гирляндами, шурой. Фотографии празднично оформленных окон должны быть выставлены в соцсетях под хэштегом «Окна Нового года». Новогодняя сказка развернулась и в холле ДК «Яндери». Здесь открытая выставка рисунков воспитанников. Взглядом опытного критика их оценивают Амина с Хадижей. Это Дед Мороз. Где? Вот это Дед Мороз. Но это не Дедушка Мороз. Дедушка Мороз, а вот это Снегурочка. Почему? Что с ней? Почему? Она же красная. Сестры Непоседы немного расстроены, что праздничный концерт в этом году в ДК не состоится, поэтому и выступить на онлайн-площадке только рады. Они поздравляют всех с наступающим 2021. Здравствуй, праздник без забот, милый, добрый Новый год. Ждем тебя, мы очень-очень ждем, считая дни и ночи. Всех благ, добра, тепла, удачи, здоровья, а к нему в придачу заряда бодрости и сил, чтобы год лишь счастье приносил. До Нового года чуть меньше недели, и поучаствовать в онлайн-акциях можно уже сейчас. И главный посыл в этой сложной ситуации – вера в лучшее в Новом году. Нужна каждому, и маленькому, и взрослому. Дана Плеева, Асхаб Белакиев, Новости 24.